Осудили за преступление 5-летней давности. 13,5 лет получил оленевод на Камчатке за сексуальное насилие над детьми. Следствием и судом установлено, что злоумышленник, находясь совместно с 2-8-летними девочками в палатке на территории Быстринского района, в месте расположения оленеводческого звена, пользуясь отсутствием взрослых, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении одной из малолетних, а также совершил эпизод иных действий сексуального характера в отношении другой девочки. Преступление оленевод совершил еще в 2016 году. О случившемся только спустя 5 лет рассказала одна из потерпевших. Следователи возбудили уголовное дело и организовали проверку. В целях сбора доказательственной базы назначены и проведены судебные, медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей лица, которые в 2016 году находились или посещали оленеводческое звено. Благодаря грамотно спланированным следственным и оперативно-розыскным действиям, проведенным во взаимодействии с органами внутренних дел, удалось собрать достаточно доказательств, подтверждающих причастность подсудимого к совершению особо тяжких преступлений против малолетних. Под тяжестью доказательств злоумышленник дал признательные показания. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Также судом удовлетворены гражданские иски в счет компенсации морального вреда потерпевших в размере 500 000 рублей для каждой. Приговор уже вступил в законную силу.